С этой секунды я являюсь админом этой игры. Заставь всех какать. 99 робуксов. Боже, какой же это абсурд. Докс, жди, сват. Решила я, значит, сегодня зайти в Реблекс. И поняла, что у меня есть деньги. По мне видно, что я видосы давно не записывала, да? Нет, ну, реально есть. Вот реально, ну, реально есть. Вы поняли? Посмотрите на это. Вы видите это? Вы тоже это видите? Если что, я не про это. Я про вот это. Ладно, сейчас нормально сделаю. Я обнаружила на своем аккаунте 6000, мать вашу... Мать, не надо. Робуксов. Ну и я подумала, блин, раз у меня есть деньги, почему бы их не потратить? Финансовая грамотность, ребят. А какой лучший способ потратить робуксы? Правильно, купить пэтов в Adopt. Правильно, затроллить игроков. Чем мы сегодня и займемся? Так, какую бы карту выбрать? Я не буду этого делать. Мой взгляд пока что пал на две игры. Игра про школу и игра про... Детдом. Алиса, один или два? Уточните, что нужно сделать? Просто скажи, один или два, Алиса, ё-моё. Я не понимаю, что от меня требуется. Попробуйте спросить по-другому. Алиса, назови рандомное число один или два. Выпало число два. Спасибо, Алиса, я тебя люблю. Любовь всей моей жизни. Спасибо. Спасибо, мне так приятно это слышать. Алиса сказала, значит, идем в какую-то игру про школу, ну, судя по обложке. Ну и по названию, наверное. Я просто русская. Давай быстрее загружайся, мать моя женщина. Ну чё, ты сейчас полчаса грузиться еще будешь, а? Расскажи мне, пожалуйста. Загрузка активов. А что насчет пассивов? Oh my God. Выберите имя для ролевой игры. Окей, Света я. Меня зовут Света. Светлана Сергеевна, меня называйте, пожалуйста. А где я? Так, я сижу в каком-то классе. Это, конечно, все славно. А куда тратить деньги-то, ё-моё? Так, действие. Опа-на, смотрите-ка. Оцените презентацию. Один. Мне не понравилось. Сегодня мы на токсичных вайбах. А! Что это такое, ё-моё? Вы забыли сделать домашнее задание, ё-моё! Я делаю сейчас. Как его делать, твою мать? Что делать, твою мать? Твою мать, что? Куда жмать? Все, я сделала. Света, твоя домашка... Отлично. Тимара Жоповна, идите. Да что это такое? Почему дети... Окей, каждый день такое вижу. Да успокойся! Тут хотя бы кто-то на жопе смирно сидит, а? Да успокойся! Я перевожусь в другой класс. Так, все, я зашла. И теперь... У этих все стабильно. Хватит. Я согласна, ребята. Это просто same energy, реально. Короче, вы меня задербанили. Я выхожу в туалет на 5 минут. 69 робуксов? В мое время это бесплатно было, окей. Все, меня телепортировало. Так, что тут интересного есть? Забавный факт. Стена рядом со мной ненормальна. А забавный факт когда? Так, открываем дверку. Так, заходим в кабинку. А то сейчас робуксы, блин, на говно какое-то потрачу. Хотя я в прямом смысле робуксы на говно потратила. Реально. А что это за мотивационные текста возле толчка? Живи моментом. Спасибо, вот так вот сидишь? И вдохновляешься. Нет, реально, зачем тут это сделали? Окей. Блин, так тяжело найти крутые плейсы. Кстати, про крутые игры. Слышали ли вы про новую игру Grand Saga в аниме-стилистике? Ребята, если вы фанаты аниме и фэнтези, то вам точно нужно заценить этот мир. Тут просто все. Магия, квесты, эпичные ПВЕ-сражения. Скучать точно не придется. А самое крутое — это кастомизация. Можно настроить персонажа как угодно, выбрать свой стиль боя и реально выделиться. В одиночку или с командой решать тебе. Но гарантированно одно. Ты полностью погрузишься в атмосферу приключений. А если ты отсканируешь этот специальный QR-код с помощью камеры телефона, то у тебя появится возможность сделать фото с настоящим персонажем из этой игры, милой Кьюи. Благодаря этому ее можно будет еще и рассмотреть намного детальнее. У Кьюи с рождения есть талант к магии, но контролировать его как следует она пока не научилась. Как я уже сказала, она является одним из самых милых и в то же время сильных персонажей Grand Saga. Grand Saga поощряет активных игроков, и для разблокировки персонажей не требуется гача. Она используется только для получения оружия и артефактов.
В некоторых режимах можно управлять сразу тремя персонажами, что делает игровой процесс особенным и уникальным. Совсем скоро на проекте стартует бета-тест, и я уже зарегистрировалась, чтобы затестить игру одной из первых. Каждый, кто пройдет предрегистрацию, гарантированно получит доступ к бете и возможность погрузиться в игровой мир до официального релиза. Это шанс стать первопроходцем в мире Grand Saga. Переходи по ссылке внизу, чтобы также получить крутые подарки на старте. Присоединяйся к волшебному приключению и становись первооткрывателем вместе с Grand Saga. Ё-моё, я уже все успела сделать, а у меня время осталось еще 3 минуты. Чё мне эти 3 минуты делать? Упыть тапать, что ли? Не спрашивайте, откуда он у меня? Короче, в туалете ничего интересного. А кого тут так... А, тут параллельно проверка домашнего задания идет. Ё-моё, я в туалете. А что мне делать через 3 секунды, домашнее задание нельзя будет сдать? Ё-моё, я в туалете сижу, и что это? А, все типа? Меня не убили? Боже, лузеры. Заставь всех какать. 99 робуксов. Yes. Нет, звучит очень интересно, я должна это попробовать. Правда, тут уже и без моей помощи что-то пробуют, но нет. Ребята. Сорян. Но после того, как пробзделись, можно и покушать. Хотя, кажется, у меня есть планы поинтереснее. Сделать всех шишками? Я просто не представляю. Мне надо это увидеть. Боже, какой же это абсурд. Аниме пердёж. Чё? Я не представляю тоже, как это звучит. Давайте делаем, делаем. Я считаю, надо. Анимешники оценили? Опа, тут можно быть учителем. Так, делаем, делаем. Так, платим кровные мои 100 робуксов и... Почему я все еще не учитель? Что это за говно? И куда я дела свои 100 робуксов, алё? Так, давайте вызовем демона. Звучит очень интересно. Я прям в предвкушении. Я всегда в предвкушении, ну ё-моё, что сказать. Меня легко удивить. Так. Твою мать, что происходит? Что я сделала? Куда я нажала? Ё-моё. Куда, Эжмаль? Что это? Что это такое? Боже мой. И все сидят, как ни в чем не бывало, да? Ну, каждый день такое вижу, ребят. Ставьте лайк, у кого каждый день такое в школе происходит. Ну, еще и подписаться можете. А! Все, я учитель, так. Приветствую, мои принцесски. Так, а как мне кого-то вызывать? Так, давай, вот тебя вызываю. Давай-ка. Так, тема, почему мы имеем... Ну, вы сами понимаете, что там написано. Она просто мне смайлик отправила. Не, ну, классный ответ, конечно. Я ставлю 5. Alright. Ну и давайте напоследок фейерверков тут устроим, потому что, ну, должна же царить, знаете, в школе такая атмосферка, да? То есть веселая, добрая. Нет, не такая. Окей, платим 100 робуксов и... Ура, салюты! Ну все, салюты закончились. Пойдемте искать следующую игру. Хотя, что уже ее искать? Детдом РП 2. Нормальная игрулька. Ну, звучит нормально, вроде, да? Окей, куда тут можно тратить деньги? Магазин, робуксы. Я могу стать золотой ручкой. А, это получить ручку можно. Эх, а я, может быть, хотела стать золотой ручкой, вот знаете? А вот знаете, а вот кем вы хотели стать в детстве? Напишите в комментариях. Вот я хотела стать золотой ручкой. А стало посмешище. Так, заходим, что тут интересного-то? Ага, английский язык. Короче, ничего тут интересного, платим деньги прямо сейчас. Охранник. 149 робуксов, чтобы стать охранником. Ну давайте, платим. Забирайте мои деньги и дайте мне что-нибудь. Так, идем работать охранником. Так, что тут, куда? О, у меня есть дубинка и какая-то... О, нормальное тело. Сейчас устроим тут. Стой! Стой! Ладно. Стоять! Куда сейчас это? Ладно, переходим к крайним мерам. Стоять! Сейчас я тебе покажу, почем петрушка в Магадане-то, ё-моё. Стой! Опа! Туда! Нормально сейчас она упала так. Будешь так еще делать, ё-моё? Будешь так делать, а? Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Стоять! Куда пошла? На вопрос мой отвечай. Чё присели, блин, сидят... Жопу греют, блин. Отстой. Короче, ничего интересного больше в этой игре нет. Лучшие детдомовцы. Скала. Котик. А как сюда попасть? Прикиньте, как это почетно. Лучший детдомовец. Звучит как мечта. Кто не мечтал, тот...
Так, сейчас я нашла копию игры Murder Mystery 2. Это одна из самых популярных игр в Роблоксе. Но при этом в этой игре можно купить админку. 699 робуксов. Alright, не так уж и много. Я ждала более плохого чего-то. Давайте купим эти вонючие админ-команды уже скорее. И потом попробуем их уже использовать. Так, все, берем. Вы видите это, да? С этой секунды я являюсь админом этой игры. Да начнется веселье. Так, а на какую кнопку команды вводить? Так, окей, мне дали роль мирный житель, но я могу сделать вот так вот. Смотрите, отходим сюда. Так, отошли мы, значит, в уголок. Теперь нажимаем вот так вот. И теперь пишем вот так вот. И смотрите, что будет, когда я отправлю. Вот так вот делаем. Оп! Вы меня видите? Вот и я тоже не вижу. Не, ну я и в жизни, конечно, так могу. Смотрите. Как вам фокус? А еще я могу вот так. А, да, блинский. Ладно, моя мстя будет мстительной. Чё я сказала так что? Опа, 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 ребятки, так, делаем вот так. Сейчас надо сначала спрятаться за стеночку, вот так заходим, оп. Теперь делаем вот так, оп, и идем устраивать месиво. Туда. Туда, ботика. А, блинский, нет, стой. Стой, не трогай святое. Поняли, я невидимая, меня тут не видно. Вот тут вот лежит пистолет, и вот там вот стоит мальчик. И если он сейчас подойдет, попробует его взять. Боже мой. Они просто тут, знаете, в одной горке лежат. Какая жестокая, однако, да? Так, а где все? Чего-то людей не видно особо. Они просто тут, знаете, в одной горке лежат. Ребятки. А, стоять. Вот так делаем. Оп, она сейчас подходит, я вот так делаю. Так, отлично. Изичная победа, ребят. Ну, да, вы хотите взять у меня интервью? Да, я играю в Murder Mystery. Ну, года два, да. Поначалу было сложно, да, я долго училась. Но, ребята, практика, практика, важна практика. Так, снова становимся невидимыми. Да ё-мо, быстрее, пожалуйста, меня сейчас кокнут тут, боже мой. Так, окей, я стала невидимой. Теперь ищем, кто тут мартер. Может, вот эта девочка, а? Она такая подозрительная немножечко, знаете ли. Такое у нее подозрительное лицо. Да? Покажи лицо, да ё-мо, девочка. Стой, дай лицо посмотреть, да ё-мо. На месте стой. А я делаю вот так, оп. Боже, изи вин, ребята. Ну, да, профессиональный игрок, да, ну, профессионализм, я согласна. Я знаю, ребят, не хвалите меня, стоп, стоп, не хвалите меня. А почему ни у кого никакой реакции нет, что это такое? Ну и, ребята, мне кажется, что на этом пока что можно чуть-чуть остановиться. Если вам сильно понравится эта рубрика, и вы наберете под этим видео, ну, не знаю, сколько лайков, просто, если вам просто понравится эта рубрика, то я, может быть... Ну и, ребята, на этом видео подходит к концу. Если оно вам понравилось, то вы можете поставить ваш лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Также не забывайте вступать в мой телеграм-канал, ссылка на который, как всегда, в описании. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, мы еще увидимся.